Тепло в дома поступит вовремя. Подготовка к осенне-зимнему периоду в республике проходит в штатном режиме. Все работы практически завершили. Из 105 владикавказских котельных 104 уже готовы к запуску. Специалисты проверяют тепловые и электрические сети. По их словам, количество аварий с каждым годом становится меньше. Отопительный сезон начнется, когда температура воздуха будет ниже 8 градусов в течение 7 дней. 20 сентября мы должны еще провести гидравлические испытания всей системы теплоснабжения, то есть водопроводных сетей. Вот. И если брать в комплексе не только тепловые сети, но там и электрические сети должны быть подготовлены. То есть по электрическим сетям тоже идет работа, подготавливаются и трансформаторные подстанции, и кабельные линии, и воздушные линии в том числе. Котельня на сегодняшний день стоит, значит, котельно-строительный техникум. Постараемся сделать возможное и невозможное, чтобы в пятницу запустить людям горячую воду. В принципе, ревизия у нас происходит с более интенсивными темпами, чтобы практически ни одна котельня у нас 2 недели не стояла, где у нас была техническая возможность завершить раньше ремонтные работы. Мы завершали и раньше запускали горячую воду.